Вон яблоки висят еще. Да. Там кто-то живет. Свет-то горит. Наверное, ну так да? Она никуда не вела, тропинка. Ну вот обратно теперь, туда вот, нам направо. Да, 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 там следующий будет поворот, там два поворота. Мы на первый попавшийся свернули. Вон долбанная русская зима. Да, да, да. Да, да, да. Матизов много развелось. Ну, обратно выйдем к машине потом. Ну вот так пойдем через дома. Помаши в Шеффилд ручкой. Дэнни. Это мы здесь повернули, да? Надо там было. Четыре дороги. Ошиблись.
кто-то ездил на Матизе. Да. По-моему, там тоже тупик. Здесь одна дорога вот выведет нас. По-моему, да. Там тупик. Два тупика, я уже все забыл летом. Ну, ты хотела по лесу гулять. Вот тебе лес. Ворота, может быть, их сделали, может быть, их не было, я не помню уже. Здесь ветер поднялся. Лес дремучий, туда пойти. Да, ну здесь что-то такая дорожка тоже. То ли это тупиковый, то ли та тупиковая, я не помню. Вообще здесь не предполагал идти, думаю, там повернем гораздо раньше и сразу же. А это как бы мы сейчас пройдем через конец уже с удовольствием. Мы выйдем и там выйдем в начало потом. Летом помнишь, когда гуляли-то, змею-то испугалась, Оксана? Тоже такая, сушь такая была, да, помнишь, сосновый бор.
такой специальный. Да, в лесу. Прям парилка. Ну что, шевелите булками.
Там трактор что ли работает? Значит, не понятно, что это вообще какая-то машина стоит. О, какой красивый фасад. Вот он, барнхаус. О-ля-ля. Зараза, не видно полностью фасад. Вот из настоящей лиственницы люди вот сделали нормально. Мне кажется, это лиственница. Вот так и должно быть. Ну, да. Он сейчас пойдет и здесь тогда пойдем. А, ну сейчас, наверное, отъедет, да? Сейчас он отъедет. Он уже в машину водителя идет. Ну да. Об стол дверного прясь. Пойдемте. Вон схема какая. Дороги, да? Да, мы уже фотографировали. Ну вот. Ага. Ну тут граница, современные дома, а здесь уже идут такие. Начнутся старые постройки. Я то ли в этом доме я был, то ли в том доме был. Сейчас посмотрю.
Ну, небо почти голубое, как летнее, да? Видишь, какой перепад высот. Мы внизу, а дом там наверху как бы стоит. Прикольный, да, заезд сюда? Такой раз, елка, кусты. Ага. Вот это старая, вот она архитектура. Деревянная. Это 54-й год какой-нибудь. Типа того. Не знаю, довоенные здесь есть или нет дома. Наверное, уже все сложились. Тоже вот въезд, да, вот сюда? А? Тоже интересный ландшафт. Здесь как будто бы деревья, ландшафт, других домов так особо нету, как в прямом, как в поле каком-нибудь. Эх ты! Можно... Серегина теперь уже. Можно вот так пройти, потом снова так выйти. Да? Ну да, вот так там зигзагами теперь будем ходить, то что тут? Эх ты. Вот этот дом относительно недавно построили, мне он нравится. Вот этот вот справа. Сегодня? Ну тогда пойдемте ходить обратно. Ну пойдемте по той тогда и так далее. А мы с той аллеи, по-моему, сюда и пришли. Ну там еще дальше там аллея есть. Ага. Это мы сейчас где станция находимся. На самом деле-то мы достаточно далеко от машины. Вот там вот станция. Если так пойдем, ну, через ту, через те аллеи. Нет, нафиг мне собаки нужны. Не надо охранять. Кого нам бояться? Пусть нас боятся, правильно? Собака. Здесь сколько набетонировали, да? Обалдеть, стену, стену целую. Это вообще выход, на самом деле. А? Это выход, да? Шлагбаум какой-то. Ну, туда мы ходили, кстати. Но там тупик. Там тупик, да. Оттуда там вот были. Мы пришли, оттуда. Сначала я в тупик пошли, а потом вернулись и пошли туда, наверх. И повернули вот так. Можно вернуться на другую улицу. Ну, пойдемте, да. Здесь должно быть много улиц. Тем более мы самый конец.
Зала, зала, куда мы пойдем. Видела тебя? Ну вот старый дом, да? А, вон. Я ее не видел, кстати. Да? Я это не видел, колонны эти. Здесь, конечно, такие заборы, как по промзоне идешь. Это вообще. Там мне нравится. Такие старые ели стоят. Вот эта часть аллеи. О, шар повесили. Смотри как. Как интересно дома обшит, да, вот обзольной доской. Вот здесь интересно, да, дом расположен. Здесь въезд, а туда вообще вниз. И машин сколько стоит. Вот интересно, да? Вот. Он поштукатурен камнем, да, обложены углы. Вот это интересно. Это интересно. Вот калиточка была открыта тоже. И вниз, да. А вот она открыта. А уже появились две еще. Дверь фиолетовая. Тоже, кстати говоря, интересно. Какая толстая, да, елка-то? Видишь, как назло, специально, когда хочешь показать, не найдешь дом. Вот такой специфический я хотел показать. Ну, какие, да, эти переходы, заходы разного уровня, туда-сюда. Как будто бы этот самый Монтон во Франции. Кот д'Азюр. Гаражи, что ли, такие ворота, да, наверное? Ну это красивая лобовая доска, какая крупная. И белым. Такой альпийский стиль. Что-то я здесь, по-моему, и не был, вот, конкретно на этой улице. Не знаю, что же зимой ничего не узнать.
какая елка, да? Смотри, яблони, да? Яблоневый сад старый. Да, вот такие яблони. Ага. Да, зимой мне здесь еще не приходилось бывать. Летом, осенью, весной, но не зимой. Ну, здесь очень можно было предположить, что здесь такие деревья, и если снег на них ляжет, то будет прекрасный вид. О, красиво там, да? Солнце на закате. Тоже какую-то будку построили, да, при царе Горохе. Что здесь они хоронили в свое время? Заборы, конечно, уродливые, что там говорить. Заборы это вообще финиш просто. Туда, аллеи тоже, там тоже дома. Судя по всему, люди, наверное, сажали вот стволы как, да, почти в одну линейку стоят. А, вот здесь я работал, вот. Вот этот дом я был здесь, вот, вот этот дом я был, а вот этот вот купили туда дальше, вглубь. И там уже дом, кстати говоря, втемяшили. Он вот так как-то идет туда, вбок, точно. Да-да-да. Вот это интересный дом. Вы здесь же не шли? Да. Шли здесь? Ну, оттуда, да. А, оттуда шли. Вот здесь, вот я здесь все снимал, летом помню. Угу. Здесь цветы такие были полевые, там на восходе все. Угу. Этот дом. Ну, здесь, скажем, не дом, наверное, забор больше интересный. Дом-то такой обыкновенный. Угу. Надо было навернуться. Значит, по логике вы оттуда вышли. Потому что машина где-то там, по-моему, так да, я понимаю. Там, насколько я могу ориентироваться. Ты заморочился с воротами, да? Какие шпросы сделали. Рисунок из дерева. Да. Пойдемте по этой аллее. Пройдем теперь. Ну, пойдемте, пойдемте туда. Как-нибудь поплутать надо. Как настоящий. Домушник.
Гараж тоже на первом этаже. Трактор сюда. Что там трактор? Не знаю, здесь тупик, но где, может, чуть-чуть пройдем туда. Потом вернемся на эту. Там наш тупик, мне кажется. Такие, да? Домик такой. Смешно. Да. О, балкон на каких копытах? Да. Тоже грязный дом, как свинья. Отбывать заколеблешься. Видишь, проходик какой, да? Ага. Тоже можно ходить. Алло, алло. Здравствуйте. Да, да, установлен. Ну, ставится роутер. Там единственное, у роутера есть одно ограничение. К нему можно подключить 4-5 абонентов. Если у вас там, допустим, камеры, там что-то еще, тогда надо роутер ставить другой, там где до 15 абонентов. Он стоит дороже на 1500. То есть к 12 тысячам прибавляется 1500. Ну, это редко кому надо, но тем не менее, это заранее мы всегда у людей спрашиваем, что им подходит. И тогда комплект 13500 стоит под ключ и 1000 в месяц. Полный безлимит. Вот так, да, пожалуйста, пожалуйста, да, всего доброго, да. Видели этот домик, да? Прекрасно. Да, вот это замечательно. Здесь только ради этого стоит сюда приезжать. Такая запущенность приятная. Ну, здесь панорамка. Дом, конечно, страшный, но панорамное остекление. Зато есть куда посмотреть. Конечно, сочетание цветов, конечно, кровь из глаз, но ничего. Здесь можно бесконечно гулять.
Может, люди пытались елку украсить. Вот с той стороны один бок украшен. Прям вот ели, да, прям на крышу дома вон там залезают. Интересно. Вот этот дом, да? Надо нам зигзагами как-то идти. Пойдемте по какой-то еще аллее. Ну вот как-то, ну нет, я понимаю, ну вот зигзагами, что дорога новая. И там надо посмотреть, что здесь. А вон здесь еще продолжение банкета. Вон в ту сторону был шлагбаум. Да. Вот там шлагбаум стоит, по-моему. Да, нет? Вот на выход идти туда. Вот, наверное, вы оттуда и пришли. Оттуда вышли. А, вот он. Да, да, вот. Вы куда шли-то? Да потом-то туда пошли? Мы вот так прошли, а обратно вот туда вернулись. Нет, там-то были, нет? А там не было. Ну, упущение. Ты что, Оксана, устала? Тебя природа утомляет? Да как это? Нет, так слышно. Больше тебя гуляли. На 5 минут. Мы уже нагулялись. Еще давайте. А сколько... Мы там были? Или вы так пошли? Не, мы туда... Вы же туда шли. Туда ходили. И обратно вот так вот. Ну, хотите, можно сделать так вот. Ну, давайте какой-нибудь кружок сделаем. Там выйдем и тогда... Еще чуть-чуть. Ага. Это, да, имитатор бревна обита. Вот эти вот старинные. Да. Да, вот это старые дома. Не знаю, какого года они уж. А вон тот-то вообще кто-то выпендрился, пастор. С такой острой крыши, да? Это вообще редкость. Такая форма кровли этого дома. Гараж забабахал кто-то, видишь, еще такие старые ворота чугунные. Вот здесь какой-то джентльмен почистил нам дорогу. Ну, мерси, месье. Молодец, только мало. Тоже чей-то участок, да? Заросшим. Ну, люди приезжают здесь, ничего и не делают. Переночевали, уехали. А что тут делать? Ну, как раз все такие круговые, да, здесь? Как так создавали ландшафт или дорогу, не знаю. Значит, ландшафт был уже готов. Просьба проезд не засыпать. Это, видимо, снегом не засыпать. Да, вот здесь попробуй проедь, да, здесь? Ну, там туда скатишься и все. Здесь тоже кто-то санацию дома делает, или новый дом, или старый. А, здесь два этих самых, по-моему, стоял, квадратные металлические. Контейнеры, что ли? Вот они их выпилили. Непонятно что. О, тупик. А, прикольно. Ну, значит, надо уже идти обратно тогда. Да.
снег так идет и идет. Неужели он еще будет ночью идти? Он вообще засыпет. Ну ладно, тогда поехали. О. Ну и солнце-то уже так зашло, да? Это облака скрыли его. Вот я вам пришлю летнюю съемку, вам будет интереснее, потому что вы здесь зимой уже были. И вот летом на контрасте посмотрите, как здесь выглядит летом. Ну, совершенно другой стиль, нежели мы вчера, где гуляли, да? Там вообще отстой. Здесь совершенно другой. Не, ну здесь природа, потому что архитектура такая. Вообще стрёмная, но... Благодаря природе вроде не так скучно. Да. Да. Сколько? 7,3. А, нормально. Вы сегодня домой поехать хотите? Готовится, наверное, что-нибудь такое. Ну, да, да. Ну, получается, видишь, почти... Не было. Какие яблони старые, большие, да? Покосился аж. Ну, яблоня она мощная такая, толстая.